ребята. Стрелять, ползти, бежать – это полоса препятствий, на которой проходят военную подготовку настоящие защитники Отечества. Военнослужащие Ярославской войсковой части 2667. Этот военный полигон на целый день стал игровым полем боя для воспитанников детских домов и интернатов Ярославской и Ивановской областей. И все здесь было как на настоящем театре военных действий. Даже черный дым застилал глаза. Такой военно-патриотический праздник ребятам устроили Ярославский государственный цирк совместно с внутренними войсками МВД Российской Федерации и Российским союзом ветеранов Афганистана. Инициативу поддержал депутат Госдумы, председатель Союза ветеранов Афганистана Франц Адамович Клинцевич. Такая обстановка заряжает боевым духом, стремлением сражаться до последнего, тем более, что капитаны команд – артисты цирка. Мальчишки-бойцы. У меня была команда из одних пацанов, а они просто бойцы, на самом деле. Если учесть, что они в жизни чего-то лишены и не все имеют то, что мы, то они просто собрались и сделали все, что могут. То есть это социальная помощь цирка таким детям. И я как мама просто очень сильно рада такому происходящему, потому что это воспитывает наших детей, наше поколение и вообще как бы наш мир. Почетным гостем мероприятия стал герой России, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Михаил Ланцев. Лазертаг понравился. Там как реально, как в кино показывают. Мне интересно, ребятам понравилось. То же самое, как компьютерная игра, только все вживую. Мало того, что ребята тактику познают, они еще физические какие-то у них нагрузки. То есть это только на пользу, мне кажется. После боев, сражений и спортивных конкурсов обед, приготовленный полевой кухней. Гороховый суп и гречневая каша с тушенкой. На третье – горячий сладкий чай. Победителям торжественно вручили награды, а остальные участники получили подарки со спортивным снаряжением. Так завершилась одна из многочисленных акций, которые проводит Ярославский государственный цирк совместно с военнослужащими. Но впервые она прошла в столь увлекательной форме на настоящем военном полигоне. В планах организаторов придать акции всероссийский статус.